Ну что, я решила показать. Посмотрите, вот так украшают далеко не все. И это действительно очень красиво. О, посмотрите. Новогодняя сказка. Просто чудо. Конечно, вы все знаете, кто снимает на камеру какие-то видео. Все знают, что... Ой, красивые олени. Что в реале это, конечно, в 1000 раз лучше смотрится. Но даже так, посмотрите. Это Дедушка Мороз у нас едет с оленями. И вот он развалился, может быть, уже подпил и едет раздавать подарки. Вот он на красной тачанке. А вот здесь золотой олень. А что у нас здесь? А здесь, смотрите, здесь поезд такой. Интересно тоже, необычно. Олень, ну красавец. Ну, конечно, главенствующую роль здесь играет Дедушка Мороз. Ты подарки нам принес? Конечно, принес, конечно, принес, внученька. Ну вот, видите? Вот так вот англичане красиво умеют украшать дома. Посмотрите. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Давайте с этой стороны, чтобы было больше видно. Посмотрите, какая прелесть. Как жаль, что как жаль, что не видно это все, не передается на видео, как это все прекрасно горит, как это красиво. А посмотрите, сейчас я вам покажу дерево. Как красиво! А вот поближе. А вот снежная бабушка у нас. Красивая тоже. Мое, я пытаюсь увеличить. О, вот так. Какая красавица нарядная стоит. А посмотрите, как красиво дерево украшено. Боже мой, какая прелесть. Вот, кстати, в Англии, ну, украшают дома, да, но я имею в виду из того, что я видела. Ну, так, довольно там огоньки на окошках. Вот, ну и там ничего как бы... На деревьях. Вот. Ну, ничего так, как бы, изысканного. А вот это, вот этот дом действительно очень изысканно украшен. По-настоящему зимнюю сказку сделали люди. Согласитесь, правда? Красиво, красиво. Ух! Ух! Как бы здесь открыть шампанское на Новый год выйти. Ах! Класс. Сейчас еще посмотрим еще. Ну что, подходим к другому дому. А что? Здесь, конечно, не очень много, но тоже красиво. Посмотрите. Такой олененок миленький. Вот это. Стенка вся, видите? Ну, обычно вот у них вот так вот, как вот эта стенка украшена.
Обычно это так делают они. Ну, тоже красиво, согласитесь. Сани, олени, маленькая снежная бабушка. Очень так себе миленько. Очень мило. Ну и на этом, я думаю, что сегодняшнее видео я закончу.